Первую кражу совершил 25-летний молодой человек. Он пытался присвоить себе «Ладу Калину», причем своего же знакомого. Позже машина была обнаружена сотрудниками патрульно-постовой службы на территории местного автовокзала. Немного позднее задержали и самого угонщика. Второй угон зафиксировали на следующий день. С территории местного сельхозпредприятия 32-летний мужчина угнал «Ниву». Угонщик не справился с управлением и был доставлен в районную больницу. Третьей угнанной машиной стал ВАЗ-21099. 37-летний злоумышленник тайком от хозяина взял ключи от машины и поехал за алкоголем. Когда в машине закончился бензин, он бросил ее на одной из улиц. Гражданину, совершившему угон автомобиля, грозит ответственность, предусмотренная статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, если он будет задержан сотрудником полиции и выяснится, что он находился в этот момент в пьяном виде, он будет привлечен уже к административной ответственности за управление транспортным средством в пьяном виде. С начала года на территории Тамбовской области произошло 148 угонов. В большинстве своем угонщики знали владельцев и пользовались их беспечностью, незакрытым автомобилем, оставленными без присмотра ключами. Сотрудниками полиции было раскрыто 90% подобных преступлений. Все машины обнаружены и возвращены законным владельцам.